В Вашингтоне в преддверии национального праздника Дня Поминовения прошел концерт. Каждый год в последний понедельник мая в США отмечают этот праздник. Американцы отдают дань памяти погибшим во всех войнах, вооруженных конфликтах и всем ушедшим из жизни гражданам Соединенных Штатов Америки. Перед концертом бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил. Мы выражаем свою благодарность всем нашим ветеранам, всем погибшим и их семьям. Поэтому, пожалуйста, все встаньте, если вы можете сделать это за тех, кто не может. Давайте воздадим нашим ветеранам и их семьям дань уважения.